По танкам метки я в рамбе, войд в звезде и луцинь в кресте. Темыч. Тынчик, где стоишь? Луцинь, призыв наш, ждите ответа. А чё, уже кто-то называл, где кто стоит, а где я стою? Карина в чат написала. Старый, ты в Воромбе. Вы проблемы? Логлс, можете сказать, пожалуйста, где мне просите стоять? Я просто релоглс. Окей, сейчас просто озвучу, кто где стоит еще раз. Звездочка. Череп, Денчик, Шак, Молдазар, Женек, Пианист, Кирс. Крест, Шторы, Дыр-Дыр, Фарада, Мяка, Тимыч, Мозер и этот медведь. Звезда, Броня, пока тут резист, Враска, Простя, Войд, Ромб, Мосок, Крухар, Вервульф, Розелина, Старик, Нурглит. Женёк, АФК. Где Женёк? Ну, он там писал что-то 10 минут. Он написал минут 10-15 надо ему. Это он говорил 15 минут назад. Он это писал в 15 минут. Да нет, это было минут 7 назад. В Инсте или нет? В Долоране. Не, он АФК-шит в Долоране. Нифига непонятно твой ник со второго Fallout. Кухарья там никого не было. Старый, смотри, кто в сети появился. По-моему, это писака Кухар. Кто, куда смотреть? Старгейзер зашел. А, Лёха, что ли? Да он меня ВКонтакте заебал. Кстати, может и не он даже. 2 минуты жду. Будет. Давай гриба возьмем. Сейчас 3 минуты. Эх, бесполезный. Ты хочешь, чтобы он свайпал? Я хочу, чтобы он страдал. Что там, я на ничего не ответил? Нет, он не читал. Он в 8 утра последний раз заходил. Я не знаю, может у него работа сегодня? Но когда на работе, он вообще не читает. Он вчера говорил. Спрашивал, что у ДВ осталось. Может, типа, сегодня подойти? Может, попозже. А поставьте боковые метки. У звезды, а то я не знаю, куда ей стоять. Вот сюда. Да, примерно вон там, где Вага прыгает. А точно, не примерно. Что точно? Полшага влево-вправо? Это примерно здесь? Точно. Знаешь, у нас, блядь, на каком-то из траев метка чуть криво стояли, и там все говорили, сдвиньтесь, и хуй кто сдвинул. Метки стоят примерно. Можно смотреть. Понимаю. Шарик, ребят, а не дрочить в этой метке. А можно в метке подрочить? Конечно, конечно. Ну тогда ты поймаешь пару натисков. Только если это делать в припрыжку.
Только если по товар рядом. У нас был вар, который прям это... прям в землю рывок делал. Ладно, короче, запускаем. А потом говорил, что я не могу выбежать, потому что на меня замедление. Че, у нас весь ДВ рейд решил в фростмагов переодеться? А ты знаешь, как красиво на Джайне, когда они дают луч в это, с двух точек? Такое пересечение вчера было прикольное. Представляю. Скоро миликов не видно будет, что там происходит за этих лучей. Надо тоже спекнуться, да? Конечно, ДПС такой себе. Ну, просто собираются. Ну, блин, конечно, фул в хосту вхерачиваешь. Как луч этот, с каким интервалом бьет? Он каждую секунду урон наносит? Каждые полсекунды даже, по-моему. Это нон-стоп дэмэдж идет, как с пулемета, что ли? Да, проковая, короче. Как это, потоковая. От хосты зависит. Типа там последние стаки наносят намного больше урона, чем начальные. Там за штормом сами отслеживаются. Сколько что? Разбежались. А чё, где инер? На маме не прослеживает. Хорошо. На первой полосе. Больше приедут. Большого не захуяривайте так. Понял, слакал. Мелких ударов. Шторм разбежались. Чё, иди проведи пока шторм. Синдейру. Стопните получше. Что у них? Там же два стрельца. Увидишь того же. На РТД ты пиваешь. Че вот в сторону?
Настя, есть гимн на ману? С медведи. Да, даю. Три штуки на нем уже. Да большие, кстати, в центре тут бейте. Мишка, переходи. Сбегайтесь. Вар, не стой. Сильнее большого портала ебаните. Разбежались. Большого бить. Интересно, кнопка будет. Алёх, лучше не проверяй. Не, у меня просто сборка стоит. Но я Т5 убрал, а было. Меня в прошлый раз на Аршаме не появилось даже. А можно сразу еще один минирочек Тима, да? Чтобы откатывать. Покажите, как кнопка появится. Чтобы я ее поискал на появилась. Рожали. Говорит, сложно кнопку нажать. Хочешь что-то делать? Давай. Сержи. Давай по новой, Миша, все хуйня. Смотрите, нет, не нет. Следующая лучше. Где СС? СС должен появиться. Давай по новой, Миша, все хуйня. Я видно было, не слышно. Да он говорил, спрашивал. Беги, я сказал, беги! Что рам. Насчет того, что шторм, я не услышал. Ну ты иногда пропадаешь, Леш, так что. Серьезно. Отойди, кот. Молдозар опять был. Кончен? Я закрыл эту фигню с дебафом. Зачем? Да, а там никого не было. Ну нажал бы глыбу, ёбаный стыд. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Пизду. Ложись. Смотришь, блядь, за всей. Зар, блядь, как можно, сука, сдохнуть магом? А чё, все маги в одной точке стоят? Если б я не нажал, этот, не встал на этот куб, умер бы Денчик. Все вот, разные который... стоят. Глыбу, бул.
А глыба, блять, бабл, нахуя для вас? Четыре мага в четырех точках стоят. Сколько тысяч там метеор наносит, если там одно тело? Да хуя. Около 40. 40? Плюс у него дебаф был. Жан, блядь, заебал. С дебафом там соло никто не выживет. Соло нет. А другого конца не достали. Пришел, пришел, он пишет, он мне ПМ. Сука. Надо дебаф туда нести. Рыбу. Зазар, блядь, перестань дохнуть. Ты ебал уже. Это говорили, что я... Резните те, кто там подальше лежат. Это, Лёх, говорили, что я до пи***ть нужен? Нет. Если не нужен, то я выйду. До скольки? До 15. Ну, не смогу до 16 просить. Ну, максимум там 15-10. Блин. Ну, блядь, если не... Может быть, мы все-таки убьем ее за 1,5 часа. Это. Если, блядь, два мага будут тупить, блядь, мы ее хуй когда убьем. Скажите название дебафа, который. Как он называется? Когда в лужу. Взрывоопасный пламень. Когда в лужу заходишь, так же называется или как? Нет, там. Как называется? Сейчас. Взрывоопасный пламень есть. Есть дикое пламя. Да нет, там нету дебафов путеводителя, как, который он вешает, если встать в лужу. Надо смотреть самому. Поймать, да, и смотреть. Блять, магом сдохнуть, это вообще на этом боссе невозможно, блять. Если, блять, умеешь играть. Ну, блять, даже на метеор есть глыба, блядь. Хуй его знает. Да, у вас с пустором. Там глыба на один есть, и если нету никаких дебафов помимо этого, можно еще через щит манны и прожимку выжить. Ну, во фросте там есть этот, как там называется, преграда, по-моему. Да я вообще фростом не знаю, как тут можно сдохнуть. Друид, посередине экрана кнопку видел или нет? Не было, не может быть, блядь, такого. А у него, макросом у него макрос, дайте. Наверное, да. Ну, пускай макрос сделает, если у него нету. У него может быть из-за того, что у меня есть опять. Кто пробил-то? Так? Хорошо. Это был ауди. Горелся. Шторм. Миша, что за патрулирование?
Еще 20 минут. Шторм разбежались. И бывшая тёлка, и садовник. Это как так возможно? Жми там. Это невозможно. Как чисто гипотетически. Нет, замуть. Соберите мелкого. Милики. Спасибо. Минута веселых разговоров. Осторожно, не слейте большого. Ну, ХП нормально. Медведь пошли. Стопайте поэтому. Блин, Войт, ты, конечно, выбрал самого продамажа. Шторм разбежались. Разбежались. Сбежались. Настенька, специально для тебя ужин. Да, я вроде с лаквой, мана не кончается, нормально.
Все равно. Не поверишь. Череп, Женек. Лучи. Давай по новой, Миша, все хуйня. Блять. Здорово. Сейчас лучи будут. Давай по новой, Миша, все хуйня. Дебаф. Вот этот бренд ставит метки. Бля, ну... Чего рода? Напись. Дэх, нужен. Дэй, что там, блядь, стоишь вообще? По Женьку дайте что-нибудь. Дэй, да надо. Это вообще. Помню, что должен быть СС. Да он уже вставал один. Сейв дай. Женёк, серьезно. Саппорт хоть выпьет. Давай по новой. Смотрите, Миша, уже пока выпьет саппорт. Да. Ты как? Дурацко тебя праздновать. Знаешь, никто не вошел с креста, не зашел никто в мид. У тебя баба есть? Нет, у меня есть дебаф, знаешь? Сойдите кто... нахуй, куда вы бежите? А в звезде рядом со звездой три человека стояло, и один, блядь, в метке почему-то. Давай по новой, Миша, все хуйня. Ну, я правый побежал закрывать, там тоже один мозер стоял. А я просто с Мелизана не успел кеда бежать. У меня на КД были ускорители саны. Короче. У нас пошла такая пьянка. Ложимся. Милики, блядь, боссы. Открывает. Чё там? Милики босса не бьют, закрывают мультивары. Блядь, такую, блядь, бьют. Да мы его вот не убьем таким образом. Убьем. Вторую фазу. Зато, блядь, никто не убил. Знаешь, когда человек стоит просто в лужах, которые идут к боссу, и не может прожать кнопку, тут ничего не спасет. Прочитал кто-то дебаф, как называется? Так вы, наверное, не сказали, что в этой луже нельзя стоять. Мы стоим. Сказали, что надо стоять в метке, которую поставили и в которую тебя назначили. Человек стоит где-то в ебенях, ты посмотри, где его труп лежит. Он там и сдох, как сосуха. Нет, речь идет про лужу, которая появляется после взрывоопасного пламени. Короче, дроид, нахер, с рейда. Давай по новой, Миша, все хуйня. Нечего тут делать. Пока тут... Простя, встань в лужу, пожалуйста. Вот вы... А ты в диване? Посмотрите, вот где я лежу, блядь, и вот там, блядь, метеор, и вот, и, типа, и где метка, типа, там три человека стояло, блядь, в кресте, блядь, и ни один не забежал в метеор. В смысле, тут... рофлы какие-то, блядь. Пока тут ты в крест, Никитосов череп, в звезду. Жан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. Череп, череп, Женек. Меня не слышно? Я-то думаю, что у нас там полтора человека стоит в этом черепе. Все милики стоят на своих метках, бегают, закрывают метеоры. РДД по максимуму бьете босс, помогает тоже закрывать. Баф. А кому теперь СС? Сейчас СС дашь по... Дазару. Легко. В принципе, сегодня... Есть же у кого ученица? Да, поставишь. По Женьку СС? Да. Так, у него стакается с крестами шамана. О, нету.
шкаф. Кого там? Шуманили? Проверку. На присутствие. Шуманите. Сумма 0. Ну, вага что-то не сумманится. Ну, вага пока что без минус одного. Запускаю босс. Все танки, блядь. Я не знаю, чем заняты танки вообще. У нас 3 танка, блядь. 3 метеора спокойно в соло закрываются 3 танками. Или вы, блядь, тупо стоите на месте, блядь, метки нихуя не делаете. Или хуй его знает. Блядь, метеоры должны все закрываться вообще без проблем. Если 3 танка. Вообще не бить на морозе, тупо метеора закрыл. Да, бегаете, закрывается метеора. А в центре кто будет закрывать тогда? Блять, а что тебе с метки в центр прибежать закрыть метеор? Далеко? Короче, мелики только закрывают, да? Да, закрывают метеоры. Тимыч плюс Раска можете поддамаживать немножко. Все остальные тупо бегают, закрывают метеора. У нас толком и миликов-то больше нет. А себя ты хилом считаешь? РДД. По ранке, то есть. Ребята, парада только в последнее время такой раздражающий, или он всегда такой был? Всегда. Я раздражающий, когда люди тупят. Месячный, Миша. Когда нельзя сделать абсолютно банальные, простые действия. Судя по последней неделе, тебя всегда любят. Ты бы это спросила еще у адмирала, что он всегда такой слакер, блядь. Не, ну он всегда слакер, тут даже спрашивать нечего. А Миша месяцок назад был более нормальный. Он просто когда с работы ему не дает. Просто Джайна уже месяц не убивают, блядь, тени не убиваются. Да мотивировать, блядь. Даже провокаторы из гильдии гикнули. Сидень все как не было, так и нет. Да, смысл. Пухан забрал цветение, и все, и пропал. Ребятки, после фразы «надо мотивировать» должна была быть фраза «косарь ГП за следующую смерть». Косарь мало. Я сейчас не раздаю, даю 3 пула. Хотя бы много. Это третья вроде бы. Даешь за травочку, а потом уже начинаешь ебать. Дальше уже, да. Ну правильно, тогда так правильнее. Шторм, разбежались. Дальше боли и страдания. Ну я тогда после этого поугаливаю, но пожалуй. Собираешься покончить? Да вроде еще ни разу не косячил, но могу начать, у меня температура и хуёво мне. Я планирую на куполе сдохнуть, как обычно, когда я болею. Сбежались. Одолжи эту номинацию за самую быструю смерть на куполе водить. Это моя будет.
Да. До купола даже добраться не можем. Можете разбегаться по всей платформе. Типа, можете разбежаться по всей платформе перед куполом. Встать на край, смотря на Джайна, и посмотреть, с какой стороны у вас появились, блядь, эти ебаные, блядь, херни. Если с левой, блядь, значит направо двинули и потом побежали за ними. Если, блядь, с правой, значит побежали налево. Ты всем секреты рассказываешь. Так прикольно бегать, когда никого нет рядом. А чё на танках так много людей-то? Чё там стоят, перебежали на другую сторону. Давно уже пора было всем перебежать. Шторм. Не, ну это естественный отбор. Сбегайтесь. Естественный отбор. Ну да, три коста, не стабилки посчитай, ты, блядь. Потаунтите мелких с танков в центре. Тимыч, заберешь, ой, повернешь Молдозара. Тут однозначно берешь. Но он все равно сдохнет на второй. А на Молдозаре есть сопрот? Есть. Блин, да пиздец, как подозрительно. Большого. Если от шторма не отбегать, он достаточно много бы не... РДД в большого сыграли? Спасибо. Да я тут тоже стою, хуярю большой. Они когда взрываются, дамажат, а нет? Аврос, смотри. Подойди, шторм. Посмотри. Шторм. Блять, Аврос. Дайте мирочку, у кого лишний. А то из-за того, что шторм не разбежались. Иди в лужу. Иди в ужас. Я в лужу. Да, у нас полчик. Блять, ты серьезно? Эти маги ебуть. Пожали. Что-то никто не умер даже, да? Можно дохнуть. Учи. Давай по новой, Миша, все хуйня. Метки. Стёра. Куда ты, блядь, едешь? Блядь, с этим диким пламенем. Портуется он, блядь. Так после кинулось. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Забери. Этот. Это тот БР не шмар. Пока два. Тут, выходи. Закрываем ничего. И в босса иду. ДК. Даш сейф. Мастер аур плюс. Кого, блядь, дебафы, дефы.
успел. Получи. Давай по новой, Миша, все хуйня. Метки. Теора. Получи. Давай по новой, Миша, все хуйня. Метки. Беги, сука, беги! Теора. Боссы, наверное, пойдут. Да, боссы идут. Продев или... Давай по новой, Миша, все хуйня. Получи. Нет. Беги, сука, беги! Теора. Не дежурит. Забери. Войда просил. Учи. Давай по новой, Миша, все хуйня. Учи. Метки. Чего это, блядь, не прокинь, вот все, враз прочу. В мили-зоне мы сидим. Как сражаться, учи. Вот цель дашь по войду. Дебафа выйди. Босс идут. Ты серьезно, что ли? Давай, давай. Дайте сейвы, какие есть. Прохил. Теора, закройте. Эти каску приступал там. Масса поднимешь в раз. Бэра в раз. Теора. Прохил. Давай по новой, Миша, все хуйня. База. Дай чисто баф. И кулак. Сейчас аккуратно. По войду все бафом. Стамина на тебе есть, дух не дам, ману экономлю, обойдешься. Каску, пожалуйста, дайте. По ДК. Отрад, усы сбежали. Все, поехали по боссу. Лучше, точно, нахуй. Нацисты пошли. Метки. Очень метки мысли.
буря вынесет. Дайте мне вот натиск. Кто там, блядь, стоит, в метку зайти не может? Нет. Рейндж друг по другу. Настя выбивает. Буря вынес. Разбьем. Метки. Конечно, бить. Нет. Разбивается быстро. Сколько до купола? 15. 10. Натиск. Натиск. Словите. Готовьтесь к куполу. Сразу купол потом. Купол. Фир не слови. Аккуратно подбивайте. Делаете. Я пока не могу произнести это заклинание. Точнее бегать. Блять, столько трупов, я ебал, блять. Вы чем занимаетесь? Войт. Заберешь, короче, кари. У бояра есть кого Тима чуткатил? Да. Бояре, короче, мод. Три, Мишка трэш, Милики по трэшу. Мосс у входа, его нереально. Метки. Меня можно бернуть. Метки, 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 бля, дайте сейв. Берни и Настя. Прохил. Мастер аур, да. Луч. Посты сбиваем. Хил. Бурю вынес. Луч. Чё тотемы там делают? Да он не мог пойти в тотем, я ближе стоял. Положи. И с другой стороны, я хз. Стрим есть, вот? Да. По-моему, это была финда. Ну, блять, это не точно. Чё, тебе купол надо? Луч последних полуш. А, луч. Хуй знает. Кирс чисто.